Всем привет, ребята, с вами снова Омега Ромакс, это у нас, ребята, Бравл Старс, и мы все вместе ждем Бравл Толки, ждем, что будет следующим глобальным обновлением в Бравл Старсе. Но между тем я хочу вам рассказать, что же будет в этом глобальном обновлении в Бравл Старс. Ну, не прям все, что, абсолютно все, но некоторые. Давайте начнем с первого. Бравл Пасс. Ну, как можно понять по картинке, добавят новую такую фишечку Бравл Пасс, которая заменит путь к славе, то есть трофейную дорогу. И она заменит на что-то другое. Вот на это Бравл Пасс я точно не знаю, что там будет. Но мы Бравл Толки увидим завтра утром в 11 утра. Также добавят новую редкость Бравлера. Называется хроматический. Как можно понять по картинке, да, есть такой тим Бравлера. Я просто не могу понять, что это за тим. Какой-то Бравлер держит пылесос какой-то в руке. Да, добавят новую редкость хроматический. Я не знаю, на каком она месте будет. Надеюсь, менее редкий, чем легендарный. И если же больше, чем то это полная жесть, если же более резкий, чем легендарный. И еще, ребята, полностью удалят тикеты, то есть билеты в Brawl Stars. И они сказали, что это сегодня последний шанс потратить абсолютно все свои тикеты. Если же вы не успеете, тогда все ваши тикеты потеряете, и каждые 10 тикетов вам дадут по одному гему. И эти тикеты заменят на абсолютно другую валюту. Ну, или же на что-то другое. А также, ребята, то есть сделать новую ремодель на ПМ. Ну, не знаю, многие из вас знают или нет, но на ПМ наконец-то сделают ремодель. ПМ это, ребята, даже с бета, она была с бета-версией Бравл Старса. Ее никогда не делала ни одной ремодельки и скина. Это просто офигенно. Офигеть, как долго на нее не было скинов или ремодель. На это обновление наконец-то сделают. Так, еще что-то я пропустил. Ну, я думаю, нет. И, ребята, на этом у меня заканчивается видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте свои топовые комментарии и ждите вместе со мной Бравл Толк. Всем пока.